Всем огромный-огромный привет, мои хорошие, с вами Оля Круглова, и очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами смотрим заказ по 9-му каталогу. К сожалению, у меня даже нет этого каталога, забрали последний. Итак, в этом каталоге я покажу вам это платье, также покажу вот эти зеленые мюли, расскажу о них, но это из интересненького, да? Маскирующее тональное средство, которое мне очень понравилось, подарочки и много-много гелей для душа. Начнем, скорее всего, наверное, с этого платья. Думаю, оно интересует вас больше всего. Платье по качеству, девчонки, великолепнейшее. Просто когда ты его достаешь вот из этого кулечка, руки у тебя вот сразу наслаждаются мягкостью материала. Думаю, блин, как здорово, классно. Расцветка модная, тоже все замечательное. К телу, соответственно, тоже приятно. Ну, вы знаете, вот в целом платье замечательное. Мне оно понравилось. Ну, оставляйте. Знаете, друзья мои, есть одежда, которая нас увеличивает и дает обзор на размер больше, чем вы есть на самом деле. Есть одежда, которая нас, наоборот, уменьшает и стройнит. Так вот, это платье из разряда того, что даст вам на размер больше. У меня размер, ну, свой, вот, наверное, 50-й. Вернее, я бы даже как сказала, 48, низ 50. Вот в этом-то и заключается проблемка этого платья. Если бы не было здесь вот этой отрезной резиночки, я вам покажу обязательно в полный рост, все сами посмотрите, возможно, оно легло бы лучше. Я не скажу, что это платье мне не понравилось, что оно плохо, но когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу, что я крупнее, чем есть на самом деле. Вероятно, еще вот эти вот вертикальные полосы тоже плюсом, вот эта резиночка тоже плюсом, поэтому оставлять я себе его не буду. Вы знаете, недавно в обзорах я вам показывала зеленое платье из Ля Редут, да? Тоже 48-50, но покрой совершенно другой, и я в нем, ну вот реально, даже от вас были комментарии, как девочка. И когда я его одеваю, я сама вижу, ну сразу, оп, и мне нравится. Платье у меня забирает моя знакомая. Она, спасибо тебе, Лен, большое, что ты разрешила мне в нем поснимать и рассказать девочкам. У нее тоже размер где-то 48-50. Возможно, у нее, знаете как, 48 тут и 48 там. И рост у нее намного больше, чем мой. У меня 164, у нее под 170. И вот вы знаете, тот же самый размер, но с другим ростом это платье смотрится совершенно по-другому. Поэтому, в общем, итог мой такой, если вы вообще не комплексуете по этому поводу, что это платье будет вас на размер увеличивать, то смело рекомендую брать это платье, потому что оно великолепное. А если вы по 48 размер и меньше, то вообще вот даже не сомневайтесь, берите, оно вам понравится. Все, об этом платье все. Следующее покажу вот такие мюли. Мюли, в фокусе они были вообще написаны как туфли. Ну, туфли точно, да, не туфли. Сланцы, нет, не сланцы. Ну, в общем, шлепанцы, если так совсем по-простому. А вот эта вещь мне очень-очень понравилась, суперенный. Во-первых, вот эта вот амортизирующая стелечка, как босиком словно ходишь. Вот, потом, ну что, модно, классно, здорово, девочки, все. Представляю вам мюли в зеленом цвете, 39 размер. В Эйвон я беру себе обувь все время 39 размера.
и очень хорошо мне всегда подходит. Шлепки, попросту говоря, эти мне очень понравились. В них ходишь как в тапках или как вот босиком, можно сказать. Классные. Значит, у меня нога широкая, даже вот с косточкой, как вы видите. Вот, и, конечно, все идеально, поэтому подходит, нигде ничего не сваливается. Здесь есть место под самую эту косточку, если такая же у вас тоже проблема. Вот, сейчас, конечно, уже, знаете, к вечеру нога, если честно, немного подотекла, потому что жарко, очень на улице жарко у нас. Вот. Но все равно все классно, здорово. Стельки вывон эти, конечно, рулят, они очень мягкие. Такая подошва, ну, кожаная уже. Как будто босиком ходишь, вот реально, классно, здорово. Вот. Единственный минус, я бы сюда приписала, это то, что здесь, вот вы видите, есть такая вставочка, как она, ну, дермантиновая, да, вероятно, всего, мягкая, мягкая такая. Вот, и здесь она заканчивается где-то там глубоко в носочке, и тут вот идет этот материал. Поэтому закрались такие сомнения, что будет он недолговечный. Вот с этой, с наружной поверхности, да, материал, ну что ему будет, не сносится. А здесь постоянно мы ходим, также камушки, да, мы, так сказать, не по проспекту, по центральному ходим, где нет разных колдобин и камней. Я, например, вот как бы в таком городе живу, где камни, ямы и колдобины. Вот, поэтому вероятнее всего, что да, они будут не слишком ноские. Жаль, вот это вот жаль. Но с другой стороны, друзья мои, 600 рублей или чуть побольше они мне обошлись. Зайдите в магазины. Я вот сейчас искала себе эти босоножки на платформе. Блин, я вообще... Дешевле 5000 нормальных босоножек нету. И даже вот на платформе или такими же шлепанцами там... 2-3 и дальше пошло. Вот. Поэтому за 600 рублей очень даже рекомендую. Если у вас очень узкая нога, они вам не подойдут. Уверена, что все представители об этом знают. При покупке на 600 рублей из каталога, только из каталога, обратите на это внимание, кто еще не делал заказы. Фокусы распродажи сюда не считайте. Только продукты из каталога. На 600 рублей... Плюс в этих 600 рублей должно входить обязательно 3 геля для душа. И тогда нам давался подарок какой-то, да? Я выбрала просто подарок, состоящий из двух средств. И мне пришла вот такая пена для ванны «Чувственная роза» и вот такой вот роликовый парфюм «Черное платье». Сейчас посмотрим, ролик или... Да, это ролик, потому что сразу видно, здесь духи более маслянистые. Роликовый. Очень хороший аромат. Ну, классика, жанр, как говорится, маленькое черное платье. Я не любительница этого аромата на лето, но вот уже глубокая осень и дальше зима. Да, 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 великолепный аромат. Хочу сказать про замечательный вот, аромат вот этой пены. Роза, чувственная роза. Он очень классный, он очень классный. И похож, знаете, аромат из нашей серии. У нас есть маски такие, лепестки розы, по-моему, называется. Из серии Naturals. Потом, что там еще, по-моему, тоник, да, тоник есть. Вот аромат очень... И вот, на мой взгляд, это очень замечательные подарки дала нам компания. А также акция... Была, можно было не только на 600 рублей брать, но, например, если 600, 600 и 600, 1800, там, посмотрите сами, в принципе, можно было заказать определенно какие-то парфюмы. Ну, и далее уже. Но, мои хорошие, я заказывала гели для душа. Лето, гели для душа идут в улет просто. В общем, у меня их здесь много-много. Я достану, покажу вам все-все-все. Вот, здесь абсолютная есть классика жанра, как говорится.
классический райский сад, романтичный райский сад. Классика — это также у нас морская лагуна. Тоже очень люблю эти гели для душа. А вот это одна из последних новинок — заколдованный рай. Очень также многим понравился этот аромат, и мне в том числе. Ну и новиночки прошлого, вроде как каталога, это карибская колада и фруктовая маргарита. Совершенно такие летние, провоцирующие на отдых гели для душа. Вот, и, соответственно, подарки пришли совершенно одинаковые. Это, в общем, у меня 4 таких вот пены для ванны. Ну, соответственно, где еще один? 4 парфюмчика. Вот этих подарков, которые состоят из как бы 2 средств Avon, я других подарков не видела. Пену для ванны видела, потом вот эти вот роликовые аппликаторы, видела этот, Incandescent еще присылали девочкам. Вот напишите, что пришло. В общем, друзья мои, меня сбивают уже 2-й раз, все звонят, то по одному делу, то по второму, и вроде как телефон не отключить, трубку не звать, ну не взять. Ну почему, когда вот именно начинаешь снимать, именно важные вот эти звонки, которых ты ждешь именно в этот момент, ну всего, кажется, дайте полчаса, блин. Вот. И когда сбивают, ты идешь уже разговариваешь там по своей другой теме, все, садишься, блин, оп, и вспоминаешь, а что ты там вообще говорил? Ну ладно, уже извините, коли так получается. Итак, подарки были такими. Здесь давно уже лежит вот это средство, маскирующее средство с тональным эффектом, по-моему, так оно называется. Ну, в общем, от Марк, действительно, вот компактное маскирующее средство, вот как. Оно действительно компактное, оно вот такое вот малепусенькое. Наконец-то я нашла маленькое компактное средство, которое можно брать с собой куда угодно. Оно великолепно тем, что замазывает любые пигментные пятна, веснушки, которые вам не нравятся. Ну, в общем, то, что я искала. Очень-очень оно мне понравилось. А там в 2 оттенках, по-моему, светлый и бежевый. Вот у меня бежевый. Не знаю, насколько будет вам это все видно. Вот такой оттенок. В общем, классный. В Инстаграм, если хотите, погляньте. Будет поближе все это дело. Ну вот. Люблю, понравилось прям с первого применения, поэтому могу рекомендовать смело. Вот, допустим, у меня летом, хоть ты прячься от солнца, хоть ты 50 SPF используй, но все равно и веснушки становятся ярче, и вот эти пигментные пятна тоже выступают вот здесь вот. И очень здорово справляется, правда, классно. Так. Следующее — это жидкое мыло «Морская лагуна». Давненько я не заказывала жидкого мыла нашего. Классный все-таки аромат, безумно. Первое знакомство с Avon, с гелями для душа, это именно вот этот аромат лагуны, вот гель для душа. И поэтому, конечно, этот аромат какой-то ностальгии, но вообще действительно это аромат блаженства. Фильм «Лагуна», помните, вот это оттуда, из той серии. Так, девочки мои дорогие, все, практически все. А последнее, что я заказала для себя, это увлажняющее масло, спрей для усиления загара. Все, 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 мои хорошие, я ухожу в отпуск. Сегодня я иду в ночь на работу, последнюю, крайнюю, можно сказать так, мою ночь. Вот, и мы отчаливаем отдыхать в отпуск. Это масло заказала себе на последнюю неделю. Сначала использую солнцезащитные средства, а на последней неделе, даже там уже 3-4 дня последних, мы с мужем жаримся вот под солнышком вместе с этим средством. И действительно, эта вещь придает очень красивый, такой прям бронзовый перелив с загара. Классная, 150 мл, вот на 3-4, даже на 5 дней, на 2 вот этого средства хватит, чтобы полностью покрывать свое тело. Вот. Итак,
Мои хорошие, как вы поняли уже, я уезжаю, но у меня продолжают функционировать все мои соцсети. У меня продолжается регистрация в компании в качестве представителя, координатора, кого вы только пожелаете. Я отдыхаю, но команда, поэтому не бойтесь. Если вы хотите зарегистрироваться в нашей компании, ссылка под этим видео, отправляйте анкету, регистрационный номер придет, все будет в прежнем режиме. Также у меня функционирует YouTube. Не пугайтесь, я никуда не исчезну, будут видео. Правда, сейчас пойдут видео о моих сборах, что я беру с собой, да, там сборка чемоданов, продуктов и т.д. и т.п. Также вас ждет замечательное видео о моей личной истории Вейвен и плюс конкурс моих must-have-ов. Решила сделать вам вот так. Вот, также будет обзор по 10-му каталогу, который я сейчас таки засниму самых лучших предложений, чтобы вы были в курсе всех событий. Далее группа в ВК, там каждый день уже у меня все, лента заполнена, будут выходить посты, будут очень выходить интересные и информационные посты о сервисе, о некоторых изменениях именно в 10-м каталоге, поэтому не пропустите, кто еще не подписан в группу ВК, обязательно подписывайтесь. Следующее, вот Инстаграм, наверное, у меня маленько подзависнет, поскольку хочу отдохнуть хорошо. Возможно, выкину вам несколько фоточек с морей, если вы хотите, напишите об этом. Ну и все, да, наверное, все. Всем пока-пока, до новых встреч!